А можно сделать все-таки белую глазурь. Как же она делается? Берется белок, который мы или заранее приготовили, или уже сейчас взяли. Хорошо взбивается и добавляется сахарная пудра. Именно сахарная пудра, а не сахар, иначе не взобьется. Я тоже задумывалась, как же сделать эту глазурь, чтобы она была, ну, не сальмонеллезом все-таки. Нужно ее приготовить на холодную пасочку, намазать, дать остыть и потом в микроволновке пасочку вместе с этой глазурью пропечь. И тогда глазурь тоже запекается, и она уже не сырая. Это мой способ, пользуйтесь. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч!